зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня пойдет у нас рассказ о теплице Капля, Капля Крепыш. Труба 20 на 40 у каркаса будет, поэтому Крепыш. Раскрузились, приступаем к работе. Там будет одна интересная конструкция на данной теплице, тоже о ней расскажем, покажем. Собрали мы основание из бруса, брус 100 на 100, сейчас последние саморезы, готово уже три торца, два из них будут перегородками. Сейчас будем собирать каркас. Половина каркаса у нас готова, закрепили к брусу, протянули, вторую половинку построить и будем крыть. Каркас у нас полностью готов, все прикручено, закреплено, протянуто, сейчас будем крыть, там все это дело. Мы накрыли, осталось их прокрутить, пока что мы их только зафиксировали, натянули, прокрутим, останется у нас двери и форточные блоки. Завершился у нас монтаж теплицы. Напоминаю, делали мы теплицу Капля Крепыш шириной 3, длиной 10 метров. Одного торца у нас разрезная дверь, форточка, сразу смотрим, стоит торцевой уплотнитель для большей герметичности, вот инструкцию от термопривода прилепили. Каркас теплицы из трубы 20 на 40, арки сделаны с усилителем, состоят из двух половинок, скручиваются болтами. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Краска у каркаса полимерно-порошковым способом. Также в теплице у нас есть две перегородки с цельными дверями. Получается у нас 4 метра, потом 2 метра тамбур и 4 метра опять теплица. В каждом отделении есть форточный блок, половинка на ручном управлении, половинка с термоприводом. Сейчас пружинку сюда осталось поставить. Форточка в торце. Сейчас она открыта, зафиксирована на крючке. Также для большей жесткости у нас есть диагонали у косины. И, как уже говорил, интересная конструкция у нас. Практически впервые такую делаем на такой теплице. Это у нас форт-дверь. Дверь боковая, дверь в покрытии. Вот как видно, состоит она. Нижняя часть двухстворчатая дверь. И сверху фрамуга откидывается вверх. Вот так она выглядит снаружи. Сейчас мы ее продемонстрируем, как она открывается. Сначала два шпингалета. Все, тихонечко. Оп, и она пошла вверх на газовых лифтах. Штуки. Сняли шпингалета, открыли, там у нас крючок, можно зацепить, все, половинка у нас держится изнутри на шпингалете. Сняли, открыли, зафиксировали крючком по необходимости. Ну все, и попали в тамбур. Так эта дверь выглядит в открытом положении.
пожалуй, на этом все. Будем с вами прощаться. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.